Здравствуйте, мои дорогие огородники! Сегодня 11 июля 2017 год. Я нахожусь у себя в собственном парнике. Время где-то 18 часов вечера. А огурчики-то мои растут не по дням, а по часам. Посмотрите, пожалуйста, какие стали уже большие, видите? Вон какие уже усы. Так что, ребята, все дело в погоде. Что я хочу сказать вам, что я буду сегодня делать? А делать я сегодня буду, я хочу вновь сегодня провести, короче, одним словом, я буду сегодня травить садовых муравьев. Я где-то месяц назад раскладывал приманку «Гром», «Гром-2», и муравьев у меня вообще не было. Ну, было, короче, наверное, тысяча, много-много. А когда я громом их потравил, ну, там, может, муравьишек там 5 на весь парник. А сейчас я смотрю, что-то уже стало... Ну, уже появляться стали муравьи. И сегодня я проведу очередную, короче, операцию по уничтожению муравьев. Они это очень, короче, вредят, короче, мешают собирать и ухаживать за огурчиками. Тлю они это самое. Потом от них тля будет появляться. Ну, короче, в парнике ничего не должно быть. Кроме меня и моих огурчиков. Поэтому сегодня я вот чем буду их травить. Ребята, посмотрите, пожалуйста. Вот такой вот есть препарат. Кстати, очень тоже хороший. Называется муравьин от почвы обитающих вредителей. Вот, от садовых муравьев. Здесь очень большая концентрация. Вот, посмотрите, здесь 50 грамм КГ диазинона. Инсектицид. Средство для борьбы с черными садовыми муравьями. Ну вот, норма расхода препарата 3 грамма на квадратный метр. Ну, здесь я все вам читать не буду. Короче, вот таким средством. Сейчас я просто буду, короче, посыпать. Вот на глубину где-то 2-3 сантиметра сделаю борозку вдоль по периметру всего моего парника, да? И буду это средство равномерно распределять. А потом засыплю землей. А в прошлый раз, где-то там месяц, чуть больше, я... Вот под такие крышечки раскладывал гром. Посмотрите. Вот видите, он какой стал плесненный. И вот так вот я прикрыл крышками. Можно фанерой прикрывать, рубероидом, там чем угодно. Вот у меня еще, туда же написано гром. Гром 2. Видите, от муравьев. Очень хорошая вещь. И видите, муравьев у меня вообще практически в парнике нету. Ну, может быть, там штук, я не знаю, 5, там 10 на весь парник. А если, ребят, их не травить, то их здесь миллион разведется.